Следующий этап, после того, как у нас получен скорректированный проект годового плана работ, мы проводим расчет необходимого объема ТМЦ для выполнения работ по ТАИР. То есть мы этот данный объем фиксируем и отправляем в процесс категоризации ТМЦ, ну это у нас закупки, для расчета его стоимости ТМЦ. И также на экономическое планирование, где также проходит расчет стоимости работ по ТАИР.